У меня такое ощущение, я постоянно на урок иду с праздничным, у меня такое постоянно веселое настроение, потому что я эту профессию люблю. Мне эта профессия нравится, потому что я с детства, со школьного года мечтала стать учительницей. Так, саламатсыздарвы? Саламатсызбы! Гулира Ибраевна работает учителем уже много лет. По отработанной методике все эти годы она преподавала детям кыргызский язык и литературу в Каражыгачской средней школе Аламединского района. Дети получали знания, зазубривая каждый урок. Совсем недавно ситуация в корне изменилась. Вызвать интерес ребят к уроку Гулире Ибраевне помогли новые методики планирования урока, преподавания и оценивания, которые она узнала на курсах повышения квалификации, проведенных при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию USAID. Гулира Ибраевна добрая, не ругает, объясняет хорошо, и учит. И я хочу научиться говорить хорошо по-кыргызски. Вместе с новыми методиками поменялось и отношение самого учителя к своей работе. Когда глаза ребят горят, и они действительно хотят получать знания, вот настоящие моменты счастья для Гулиры Ибраевны. Ложусь спать и думаю, что им на завтра что-то новое хочу, что-то вот, стремление у меня, что-то новое, побольше, чтобы наши дети стали такими образованными, я хочу видеть их в будущее, чтобы они больше знали, чтобы они общались с людьми, чтобы никаких у них не было трудностей. Проект USAID помог не только повысить профессионализм учителей и зажечь огонь в глазах ребят, но и создал условия для улучшения финансирования и управления через поддержку внедрения подушевого финансирования в школах Чуйской области. Сейчас эффективный финансовый менеджмент в школе позволяет мотивировать и стимулировать учителей, выплачивая денежные поощрения за результативность преподавания. В нашей школе USAID помог повысить уровень образованности ребят. Учителя по-другому стали относиться к учебному процессу. Побольше бы внедряли такие проекты. Я считаю, эта методика удалась. Побольше таких занятий для наших учителей. Потому что время усовершенствуется, нужны новые методики. Подобные подходы к обучению проект USAID планируют внедрять и дальше, чтобы повысить качество школьного образования в Кыргызстане.